свой вот этот короткий прокат. И даже при таких высоких оценках она, тем не менее, смотрите, пока занимает только шестую строчку. На льду же появляется еще одна фигуристка, представляющая ЦСКА, с которой работают Ирина Буянова и Ирина Тагаева. Фигуристка, у которой, в отличие от Анны Тарусиной, традиционно всегда были очень высокие оценки за компоненты программы. Это Анастасия Губанова. Очень такая оригинальная программа у Анастасии Губановой, и видно, что сама спортсменка чувствует себя органичной в этой музыке и в этой постановке. И чувствуется, что ей нравится то, что она катает. И сейчас мы результат видим на табло. За технику она набирает пока текущую самую высокую оценку и вполне может претендовать на то, чтобы бороться с теми, кто сейчас находится на лидирующих позициях. Ну вот, кстати, про то наслаждение, про которое ты сейчас говорила, наслаждение, да, когда ты выступаешь и прям ты вместе с этой музыкой танцуешь, как вот сразу у меня в голову вспоминается вообще весь этот сезон выступлений Софьи Самодоровой, нашей новоиспеченной чемпионки Европы в женском одиночном катании. Она прямо вот танцует и прыгает и вращается, и вот все делает. Плюс еще, мне кажется, даже подпевает где-то, пританцовывает дополнительно. Вот тот же самый кайф мы сегодня увидели в исполнении короткой программы Анастасии Губановой. И, кстати, не знаю, очень внимательный, наверное, зритель видел, как улыбается и так тоже
чуть-чуть двигалась своим корпусом Татьяна Анатольевна Тарасовой, но если уж Татьяна Анатольевна своей черепашкой в кармашке задвигалась под выступление одной из участниц финала Кубка России, значит, действительно, вот там сейчас, в Ледовом дворце Великого Новгорода, царит такая вот приятная, очень располагающая к танцам атмосфера. И это настроение задала своим катанием Анастасия Губанова. Очень хороший прокат короткой программы. И вот, как правильно заметил, по техническим оценкам она сейчас лидирует. И прыжковый набор пока самый серьезный. Каскад тройной лут, тройной тулуп и тройной флип в качестве сольного прыжка. То есть, что касается конкретно набора, то она, пожалуй, пока исполнила максимум, за исключением каскада лут с Ридбергера. Так, все остальное Настя Губанова сделала на очень высоком уровне и заслуженно получила свою техническую оценку. Ждем оценку по сумме. Да, смотрите, вот вам, пожалуйста, 41.18 ее результат за технику и 73.94. Она опережает Елизавету Токтамышеву. Ну что ж, Ирина Тагаева, Елена